На Соленое озеро мы приехали в будний день, в четверг. Все та же дорога в выбоинах, что и много лет назад. При входе на пляж нас встречает табличка с выдержкой из Водного кодекса Российской Федерации. Шлагбаума нет, денег за вход никто не просит. На пляже достаточно много отдыхающих, вода прозрачная, пляж чистый. По всей полосе пляжа стоят информационные щиты о социальной дистанции между отдыхающими. Опять прозрачная вода. Спасательный круг, их тут много. Детский городок. Раздевалка. Очередная информационная табличка о запрете купания с 8 вечера до 10 утра. Схема территории пляжа Соленого озера. Беседки, коих тут много, и все можно взять в аренду. В аренду также можно взять и лежаки. Есть и туалет. Обзорный взгляд с другой точки пляжа. Снова отдыхающие и снова чисто. В аренду можно также взять беседки вместе с мангалом.